Улица Баррикад, Казанская церковь, рядом школа номер 8 и детский дом. Все расположено рядом с проезжей частью. Нескончаемый поток машин – здесь обычная картина. Перейти дорогу в этом месте раньше было нелегко. Многие водители просто игнорировали обозначенный зеброй и дорожным знаком пешеходный переход и не пропускали людей. Случалось, под колесами автомобиля оказывались школьники. Все изменилось, когда здесь установили светофор. Ученики, да, часто пользуются вот этим пешеходом. Сейчас стало безопасней, потому что здесь очень большой поток машин. Улица большая, перейти очень бывает сложно. Раньше, когда светофора не было, гораздо очень тяжело было проходить. А сейчас, когда поставили светофор, можно не бояться машин. Теперь мы не боимся переходить дорогу. И теперь я даже хожу сам в школу и не боюсь переходить дорогу. Не боятся переходить дорогу теперь и жители предместья Марата. Возле остановки ремесленного училища тоже установили светофор. Теперь пешеходы не только безопасно могут перейти проезжую часть, но и сэкономить время. Раньше приходилось ждать очень большого, пока скопится очень большое количество людей, чтобы пройти. Была очень стертая дорожка, зебра. Ну и, в общем, было очень трудно перейти через дорогу, так как очень мало вежливых, можно сказать, водителей, которые пропускали. А сейчас стало намного удобнее, потому что поставили светофор и не приходится стоять и выждать. Перейти дорогу безопасно для жизни теперь можно и на Синюшиной горе. Здесь установили сразу 2 подземных перехода, а еще отгородили тротуары от дороги. Казалось бы, теперь происшествия с пешеходами на проезжей части исключены. И все же хватает смельчаков-экстремалов, которые не прочь испытать свою судьбу. Может, чтобы сэкономить время, а может потому, что лень идти до перехода. Только за полчаса наша съемочная группа насчитала 3 нарушителей. Рисковать или нет своей жизнью ради 5 минут выбирать самим людям. Однако стоит помнить, что их примеры могут последовать детям. И тогда последствия могут оказаться плачевными. Анна Пологрудова, Виктор Догмитов, городской информационный канал «Камертон».